нашли новый стул на улице. Принесли обалденный. Короче, полностью массив. Еще и такой весь раскладной. Сейчас отмываю, уже заканчиваю. Сейчас вот с вот этой. Как ее? Ящичком. Классный, короче. Мне прям очень понравился. Его можно использовать как письменный. Можно также его... Сейчас, секундочку, прилепился. Раскладывать. Можно его вот так раскладывать, поворачивать. Сейчас покажу. Сейчас, подожди. Выглядит сегодня вот так. На следующее утро вот это единственное, что я не смогла, конечно, оттереть, что это такое, я какого-то рода, я так и не поняла, может, это какой-то клей или что, чем бы еще это можно. Я уже ацетоном тоже попробовала, нет, не отходит. Смесь у меня была уксусная такая с этим с очищающим средством, которым здесь все пользуются, в Европе тоже что-то не отошло, но много чего отошло. И эти все практически оттерли от карандаша. Были здесь лак какой-то такой для ногтей, тоже я его очистила. Вот, но все равно классно выглядит. В общем, сложности неплохой пока что вариант, тем более даже с ящичком. Супер, мне кажется. Как вам? Пишите. Много где на Западе, кстати, выбрасывают. Я знаю, и в Корее, и в Америке, и везде выбрасывают вот так вот вещи. Просто выставляют. Их не выбрасывают, их выставляют. Он абсолютно... Потому что функционирующий. Так одной рукой не могу. Так он выглядит внутри. И... Опа, она раскладывается. Вот такой вот столик. Вообще, он, конечно, на кухне, но я думаю, тоже им пользовались явно как это письменным столом. Прям то, что надо. Цвет, конечно, не то. Я хотела что-нибудь из Икеи, такое беленькое, красивенькое. Но, блин, что-то я как-то тоже 100 евро сейчас просто так отдавать, тратить не хочу. А еще вчера были в магазине Deals. Все, кто живет в Испании, погуглите, посмотрите, есть ли в вашем городе такой, потому что у нас в Аликанте аж 2. А вот, я знаю, есть, по-моему, в Барселоне, в этом, в Валенсии, во всех крупных городах. Сейчас выгодная акция появилась, в общем, 50% бесплатно, extra free. Вот, за 5 евро, долларов хотел сказать, за 5 евро 240 пакетиков вот этого чая черного, кто любит, кто любитель вкусных русских посиделок или британского 5 o'clock, вот, всем обязательно советую, обалденный, потому что мы, ну, я лично, мама, да, но я особенно, в общем, жуткий чаеман, так что всем советую, запах обалденный, вот такие вот пирамидки. Как только вот вскрыла вот это, вот чуть-чуть залезла носом, там такой запах пошел вообще, отпад. Напоминает какой-то чай из детства. Когда-то вот был такой вкусный чай, помню, мама привозила из Польши. А вот, и взяла попробовать за 1,5 евро вот такая вот hot chicken flavor. Это лапша, лапшичка. Хочу попробовать, насколько она острая и какая она вообще на вкус, потому что здесь я беру постоянно нашу Big Bon в русском магазине за 50 центов. Ну, что-то как-то, я не знаю, хочется чего-то остренького, хочется каких-то других вкусов, вот, поэтому я взяла ее, попробую. И хочу попробовать взять, кстати, на Амазоне корейскую, самую такую натуральную, и попробовать заказать кимчи, прям я не могу, мне слюни текут, не могу на корейское. Хочу попробовать еще, нашла место, где можно токпокки заказать. Ну, тоже онлайн, все онлайн, девочки, просто некоторые спрашивают, иногда я так удивляюсь, там некоторых блогеров смотрю, кто живет в Испании. У меня, говорит, закончились гидрогелевые патчи корейские, где теперь брать?
Ребята, есть Style Korean, есть iHerb, есть столько всего, есть Amazon. Почему нельзя заказать? Зачем обязательно идти в магазин и покупать все у продавца, то, что есть в наличии, нет в наличии. Все можно заказывать сейчас онлайн. Вот такая здесь кухонка. Это, я не знаю, кому бабушке или... Вот молоко скипятило, чуть не ушло. Ёкарный бабай. Так, сейчас сфокусируется. Вот. Вот, не с кафе. Сейчас будем кофе с бабушкой пить. Себе наливаю. Ей наливаю в пиалу. И вот себе наливаю. Все, всем приятного аппетита. Чмоки, чмоки. Вот такая вот, короче, здесь... А, вот еще что. Вот еще что. Видите, как они. Я тут, наверное, бабушке я сейчас пошлю, чтобы она знала, какой здесь у них, как он называется. Завтрак какой. Маленькая вчерашняя закупочка орехов. Я вот думаю, хотим бабушке послать к Новому году. Вот, вот эти очень вкусные были бананы. Я уже открывала, пробовала артесану. Это делаются своими руками. То, что хендмейд, в общем, домашние. Вот, потом, значит, вот эти пекан. Обалденные, конечно, здесь овощи, овощи, фрукты, блин, орехи. Так, абрикосы. Абрикоки, господи, забыла. Сушеные, как они называются-то? Вот, ладно, не суть. Потом, значит, с финиками, вот такой вот, ну, это у них пан называется, это, конечно, не хлеб, из фиников и орехов грецких, вот, потом, значит, орехи в шоколаде такие на Рождество, Таблерона была акция, взяли в этом Deals, вот такие, это черный шоколад с нугой и медом. Это молочный шоколад. Молочный шоколад тоже прям обалденный, конечно. И черный шоколад вы уже брали много раз. Просто я думаю, может быть, розыгрыш устроить. И разыграть что-то такое испанское. В общем, ройбуша 2. Ройбуш цитрусовый, ройбуш с манго. Это летний такой еще напиточек. Вот. Потом, значит, макадамия. Орехи, ну, я не собираюсь все разыгрывать. А вот, хочу что-нибудь такое интересное вот из этого поднабрать, например. И здесь у нас есть Starbucks, есть кружка с логотипом Аликанте. Мне кажется, это было бы интересно. Пишите, что думаете на этот счет. А вот, фисташки, пистачос. Здесь очень вкусные, как вот в Италии, такие они зеленые, свежие. Такие насыщенные, не то, что у нас там такие полежавшие, когда их берешь, а она как труха, это растрескивается, короче, все. Вот, что думаете, как вам такая идея, как вам такие орехи? И если что, что бы вам нравилось больше? Из еды что-то разыграть или из косметики? Потому что у меня все-таки больше 80, там 90, сколько, 97, что процентов у меня все-таки девочек на канале. Поэтому пишите. Буду ждать вашего отзыва. У нас осень пришла. Физиотерапевта. Остеопата. Вот сколько у нас что стоит. Уже дождь прошел, уже все высохло. Уже солнышко и все оделись. У нас сегодня прохладненько наконец-то. По-осеннему. Вот сейчас самая хорошая погода. Сейчас потому что и солнце есть, и прохладно, и дома не жарко, и дома приятно хотя бы стало находиться, быть. Мне еще теперь это осень в Париже бы попробовать, какая она на вкус. Тут уже все обедают, сидят. Зашла посмотреть, что почем. 2,50, Каланхоя 2,50, 5 евро, рождественский цветок 3,50, это что? 4,50 такой, 2,90 за, как он, спецофилом, 4,50. 5,50 вкус, но главный вес уже отцвел. Вот эти малюсенькие вообще, не знаю какие.
4,50. Бабушкин любимый цветок стоит 4,50 аж. Обалдеть. А я его так не люблю. Вот этот какой-то интересный розовый. 6 евро. Интересно. Что-то ваши животные. Не прочитала, что там дальше. Забываю периодически, что людям, возможно, не хватает вот этой европейской какой-то архитектуры. В общем, показывать иногда что-нибудь такое. Я просто не так часто в город спускаюсь сюда. Надо почитать, кто такие этрусски. У нас в музее уже который месяц выставка культуры этрусков. Забыла, кто это. Вот. Так я люблю этот райончик. Баррио называется райончик этот. Ну, в смысле, баррио – это райончик. Как он называется? Он называется... Меркадо Централь, мне кажется. Это рядом с музеем... Ой, не музеем, а как он? Центро Принципаль. Это стройка опять. Тут что-то переделывают, мороженое. А я иду в банк. Направляюсь. Турон. Нуга. Новый что-то магазин какой-то, что ли. Вот эта вкусная штучка. Хотя называется просто ужасно. Типа святые кости. Отвратительно. Но на вкус мне очень нравится. С чаем, с кофе. Прям обалденно. Сделано из миндальной муки. И внутри вот этот крем из перетертого яичного желтка с, желток с сахаром. Ну, вкусно, в общем, что могу сказать. Много раз я уже это показывала. Что здесь, как здесь. Очень красивое место, конечно. Самый центр. И центральный офис банка Сантандер. Хотела поделиться радостью, что он к нам приезжает, балет 27 января. Балет, значит, русский балет. Под предводительством Татьяны Соловьевой, музыку Чайковский и Равель. Вот. На таком я была, там в купе несколько выступлений. И будет у нас, в общем, грузинский балет из Грузии. В общем, приезжает труппа с Щелкунчиком. Крутяк. Я так люблю Щелкунчика. Столько лет мечтаю на него попасть. В Новый год, в Рождество. С 14 декабря будет. В этом, вот в этом театре, театро Принципаль. Но он такой неудобный, он такой крутой. У меня такое ощущение, что все места вот здесь вот основные. Вот ты взбираешься вот так вот, как сумасшедший, и где-то здесь вот находится у него сцена. Ты, в общем, как на карачках сидишь, очень опасно и очень высоко. И он такой маленький по сравнению с саратовским театром этого, как оно... оперой балета. Это вообще трындец, какой он малюсенький. Хотя вроде у нас, я думала, Саратов маленький. Все, сейчас можно уже есть. Я засняла. Короче, купили пиццу. 4 евро стоит. С салями, с моцареллой. Че? 6 кусочков. 6 кусочков, да? Вот, я говорю, мог бы и побольше колбаски накидать. Ничего такого страшного не случилось бы. Вот. Но пицца очень вкусная. Мы всегда берем в одном и том же месте. Были в банке. Кушай, начинай. Были в банке. В общем, ничем опять не удивили нас. Опять все то же самое. Опять я узнаю, почему у вас заблокирован ваш счет. Что, ты мне дай? А, ой, правда, какое тесто обалденное. Как прям в Италии. Что, остыло уже? Нет? Может подогреть? Нет. Вот, и это, опять мы вам позвоним, скажем причину, почему у вас заблокирован счет, почему у вас не работает карточка, опять все по новой, опять проверим, что им не хватает, что им там в Мадриде может не хватать.
Короче, все опять по-старому. Ничего не меняется. У меня уже с этих пор американская карточка, литовская карточка появилась, британская карточка. Все работает, все нормально, все, что не работало, все разблокировали. А банк Сантандер так и не работает. Ребят, кто будет выбирать банк в Испании, я Сантандер не советую. Вот, оказывается, где нам надо было котов-то искать. Мы с тобой думали, где нам взять котов. Вон сколько. Прикинь. Вот их сколько. И вон там еще где-то огромные ходят. Вот какое количество здесь. Вот я сейчас считаю. Так, значит. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. И вон там где-то ходит огромный кот. Вон там он. Представляешь? Я в шоке. Ну чё? Голодные, да? Голодные. Я вам должна была утром еще дать поесть. Жрать хотите? Вот они. Вон еще там кто-то пришел из угла. Этого я еще не видела. Это сколько? Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот здесь уже десять. А вот здоровый какой-то. Смотри, а он красивый какой. Он черно-белый. Ты посмотри-ка, чё. Ну вот. Вот, пожалуйста, снимай и выкладывай, называется, да? Ой, ну какие, конечно, ну красивые котятки. Все такие разные. А тут, главное, самый умный какой-то, кот или кошка. Взяла, получается, и ушла, представляешь? Шугаются. Вот она сидит, вот она. Зеленые зенки такие. Зеленые глаза. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А, вон еще сидит. Вон где сидит. Вон, ты представляешь, вон сидит. Кс-кс-кс-кс-кс. Вон сидит огромный. Вот этот огромный сидит. Это, наверное, папаня всех этих детенышей. Вау! Бакумер, бакумер. Си. Ты глянь, что. Он как будто, знаешь, охраняет эту территорию. Но это надо. Привет. Чё, пошлите кушать? Вон, все сидят, ждут. Смотри, Ольга, какие тут мандарины. Вау, суперские. Конечно, они зреют, видать, сейчас кислятина такая. Ну, пошли, веди меня, где тут ваш стол? Куда вам накрывать? Ой, вот они. Они тут, вон их сколько. Вот. Видишь, сколько еды у них тут, оказывается.